Настоящий хоровод дружбы устроили учащиеся первой школы накануне Дня народного единства. Красочный праздник собрал детей и педагогов всех национальностей – русских, чеченцев, дагестанцев, азербайджанцев, корейцев и казахов. У каждой национальности свои традиции и культура. По разным праздникам, ну, например, есть поминальный день, пятница. Это, ну, приготавливается выпечка. Мы поминаем так погибших родных. Новогодние у нас традиции, которые почитают стариков на 1 января Нового года. Маленькие дети вот в наших таких костюмах приходят и старикам кланяются в ноги. А старики в знак благодарности, ну, дают тоже подарки. Ну, один из таких традиционных праздников. Всех россиян объединяет дружба. И любой из присутствующих уверен, знать историю своей родины необходимо всем. Ведь в такой многонациональной дружной стране проживают все народы. И они считают Россию своей второй родиной. Много лет назад наши предки мигрировали из Кореи на тот момент СССР. Я родился в России. Мои родители, как и у большинства других корейцев в России, ну, они родились в Узбекистане, Казахстане. Я считаю Россию своей родиной, потому что я родился, язык русский мой, ну и часть культуры тоже. В этот день представители разных национальностей познакомили зрителей со своей культурой, показали традиционные костюмы, а также угостили всех национальными блюдами. К слову, все угощения школьники готовили вместе с родителями. Ребята такой формат празднования восприняли с большим интересом. На подготовку к фестивалю у них ушло около месяца. Обширную концертную программу представили не только воспитанники этой школы. Поздравить с праздником пришли местные ансамбли и музыкальные коллективы. К примеру, девочки-танцовщицы признаются, с помощью танцев можно передать всю культуру национальности. Мы танцевали первым номером хоровод и вот последним закрывающим земляника-ягодка. Русские танцы, яркий, красочный, мы передаем все эмоциями. Школьники каждый год придавали значение этому празднику, посещали классный час, делали стенгазеты, а также участвовали в тематических онлайн-конкурсах. Однако такой большой фестиваль в этом учебном заведении прошел для них впервые. Проводя это мероприятие, мы хотели познакомить наших детей с традициями, с культурой, с национальной кухней других народов, которые проживают на территории нашей большой, огромной и такой могучей страны. Во все времена Россия, начиная с древних времен, с царской империи, с такой страны, которой сейчас уже нет, Советский Союз, и вот сейчас наша могучая единая Россия, всегда была сильна единством нашего народа. Русский – это не национальность, русский – это менталитет. И именно в нашем единстве наша сила. Этим мероприятием мы хотели показать, что мы единая страна и единый народ. Илона Саакова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ.